И я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой. Вы бы видели, как раньше вел себя на гастролях. Горы, травы, плюс море, алкоголя. После концерта всей толпой айда в мой номер. И на следующий день в другом городе выступать с перепоя. Сейчас люди не понимают, что это такое, когда я отказываюсь от дудки. Он чё, гонит? Я вам открою секрет, это не сила воли. Я, так сказать, пересел на кое-что другое. Так что моя милиция может спать спокойно. Лёша больше не курит, вообще, в натуре. Лучше дайте мне чайник с горячей водой. Или давайте я сам, просто покажите, где здесь кулер. И хули, теперь у меня в чемодане ничего запрещенного. Только добрый запас чая. И когда я прилетаю в другие города, мне нужна только розетка. Вода пока была всегда. Это ведь не наркота, он же не пьет, ну да. Но чай бывает разным, есть опасные сорта. Я составил тройку лидеров из каких-то соображений. Решил провести некоторые параллели. Пуэр я могу сравнить с амфетамином. Я не пью его часто, он разгоняет меня слишком сильно. Я завариваю термос и беру с собой в машину. И понемногу в течение дня, день бывает длинный. На втором месте у меня тигуанинь. Он как планчик, идет как надо. За стаканчиком в стаканчик. Он так по-доброму, мягко колпачит. Его можно даже девочкам, но лучше в присутствии мальчика. Итак, первую строчку моего хит-парада я смело отдаю большому красному халату. Вот что мне по нраву, так это Дахумпао. Чайный пьяница здесь, Вася, доставая траву. Люблю чай, как панда любит бамбук. Так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница. Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха Дахумпао, Пуэрчика и Шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк, да и вставила не слабо. Сколько по стране развелось чайный пьяниц. Заваривает состав и без гайваней. На какой-нибудь прибитой хате плитка, кастрюлька, заряд и по полной бухать. Нашего брата не очень любят на пищевых точках. Официантка родная, можно графинчик кипяточка? Ещё кипяточка, ещё кипяточка. Заказывай что-нибудь будете? Нет, просто кипяточка. Прохожу досмотр в аэропорту. Ваш рюкзак, так, что у вас тут? Понятый досмотр, короче, весь замут. Капитан по рации рапортует. Нашли наркоту. Вся эта история собирает толпу. Капитан извлекает из рюкзака траву. А там, прикинь, ТГшка, Пуэрчик, Дахун. И мне нечего сказать этому лоху. Марихуана. Я чувствую, тону. Хочешь, курни, я отсыплю и отломлю. Я этой траву тебе сам забью в папиросу. Просто курни, капитан, к чему вопросы? Он не разделил мое настроение. И мы проследовали в линейное отделение. Там собрался целый консилиум. Нюхают, жуют, хотят закрыть Василия. Да растет, да сушит, да фасует. Для употребления используют специальную посуду. Хотите сделать это дело подсудным? Статья 228 со специальным чайным подпунктом. Конфискация яда, яда и бурга. Слава богу, там есть люди, намутили пресс-круга. В Москве по прилету я в линейную управу. Ну чё, капитан, продегустировали отраву. А он на легком сушничке. Глаза как будто целый день курил Ташкент. Я насчет чая, точнее насчет его возврата. А он мне шепотом: чая нету, делся куда-то. Чая нету, делся куда-то. Люблю чай, как панда любит бамбук. Так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяниц, имей в виду. Люблю чай, как панда любит бамбук. Так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница, имей в виду. ЧП. Это чайный пьяница. Респект всем нашим людям, кто чайком убиваются жестоко. От Калининграда до Владивостока. Евгений Борисович, Митяю, Кози, Костик Утаганский. Всем, с кем начинали, с кем продолжаем. Рассыпной прессованный Пуэрчик, Дахумпао, ТГшечка. Извини, посуда. Много
немного или по дешечке, по чашечкам, стаканчикам. Йоу, йоу. Убивает флам. Пари, заваривай. Не пари, не запаривай. Йоу, это чайные пьяницы.